Ну что, мои дорогие, этот зеленый собачонок все-таки решил объявить нам войну. Но он прям мне в лицо лично вчера сказал, что он прям сожжет нашу Иву и всех нас убьет. Да. Все-таки нам нужно сейчас, первое, составить план. Во-вторых, начать его составлять. В-третьих, придумать название. Ну, добрые цветочки, пускай наша армия будет называться. В-четвертых, надо придумать, как атаковать их базу вот через вот за этим прудом. Все-таки я сходил на разведку, узнал, они вон там свою базу обустроили. Теперь нам просто нужно как-то держать оборону, потому что все-таки нападать они могут совсем в любую минуту. Нам нужно поставить все пушки, приготовить все оружие и уже ждать их атаки. Приветствую, господа. Здравствуйте. Значит так, я прошу отнестись к этому делу с максимальной серьезностью. Я, можно сказать, ограбил червя. У меня все его богатства. 20 стаков алмазов и 40 стаков золота. На эти деньги я собираюсь улететь из этого леса, потому что, если честно, он меня уже задолбал. Вот этот лунтик с его постоянной добротой, Мила с ее постоянными кулечиками, пчеленок. Ну, пчеленок просто дебил. Они меня уже все задолбали. Понимаете? Мне кажется, что вы единственные вот нормальные, кто остался в этом лесу. Значит так. Нам нужно сжечь Иву. Почему нам надо сжечь Иву? Потому что, я так сказал, неважно, это надо делать для моих целей. Значит так, если все пройдет удачно, мы, возможно, убьем Лунтика с его друзьями, сожгем Иву, и я дам вам по алмазу. Алмазы высшего сорта. И я вот недавно в ювелирочку сходил, они сказали, что обменяют на 20 тысяч баксов каждый. То есть считайте, я вам дарю 40 тысяч баксов. Но сделать это, конечно, будет нелегко. Вам нужно подготовиться, мои друзья. Поэтому сейчас мы пойдем на площадку и будем вас тренировать. А также, чтобы я не перепутал вас каким-нибудь лунтиком, или лунтик не притворился одним из вас, держите по шлему. Наденьте их, и это будет ваш отвлекающий знак. По нему я пойму, что вы — это вы. Все понятно? Да, поняли. Да. Нам нужно стереть с лица земли этого тупого лунтика, пчеленка, Милу, Шнюка, Шера, Бабу Капу, Червя. Как они меня уже все задолбали, а? Я просто не могу. Они меня уже задолбали. Они уже по горло у меня сидят. Они, понимаешь, мы когда этот сундук нашли, я им говорю, давай его к себе отнесем и станем богаты. А они такие, нет, нет, нам нужно его оставить. Вы вот как считаете, это правильно? Нет. Я тоже считаю, что это неправильно. Ладно, пойдемте тренироваться. Я сделаю из вас элитных агентов подраздела Залупченко. Идем. Погнали. Мартышки, давайте быстрее, мы уже пришли почти. Шизики, смотрите, вот это полоса испытаний. Ее нужно... Ай, ай! Проходить. Оп! Ой! Давай, жирная сосиска! О! Обосрался, что ли? Рет! Носки не там в кулаке. Значит так, шизики, чтобы лунтик вам не дал по хребту, вот тебе ножик, и тебе ножик, и теперь тебе плоскую залупу, и тебе. Так, сейчас вы должны будете попасть по вот этим кнопкам. Если вы попадете, загорится фонарь. На.
Ну, а я ща на изи застрелю. У тебя одно попадание. Ища я как ебанон нахуй. Хуяк! Не попал. Блять. На еще раз. О, ща как... Ща я точно попаду. На! Худеть, попал. Молодец какой! Давай, стреляй! Опа! Прямо попасть, а вот я прямо точно прямо попаду! На! Не попал, еще раз. О, блять, а вот я-то точно попаду, нахуй. Отойди, блять! На! Смотрите, шизики. Это пушка нового поколения 700 века, 20 века. Нихуя себе! 700-й пробы второго способа третьего варианта. Блин, смотрите, блин. Если мы нажимаем вот эту волшебную кнопку, то нажмем... Оттуда вылетает снаряд мочи, который сносит все на своем. Смотрите, вот у меня есть сладкие ягоды, да? Заправляем. И смотрите... Алле, оп! И оттуда вылетело пол мамаши вашей, смотрите. Нихуя себе, блядь, пушечка, на. Да. А теперь смотрите. Все. Видите, как классно? Теперь. Лунтики нападают! Аликет!